записываю игру турнира на Икапе воскресного. Полуфинал это вроде как. Вот, и играет Найп с Троллем и Стэтхэм, насколько я знаю, против Хомотного и Нисабы. Третьего я у них не знаю. Вот СД, по-моему, выбор из двух раз. Наконец-то какое-то разнообразие. Так, тут уже вижу хорошую расу для солиста. Через пиросос удобно играть. Тут же есть минеры, хускары и имба-отвод из яиц. Тут имба, фантомы и алхимик. Угу. Здесь же виверны. Ну, у Найпа и тролля раз получше, я бы сказал. Хотя у Хомотного и Нисабы есть чем играть. И есть чем сопротивляться. Тут стандартный пира. Добавляется нага, которая будет подхавывать маленечко. И одна акаш, которая будет фармить. Оставляет Нисаб себе 70 голды, чтобы поставить еще одну акаш, видимо, на следующую волну. Также Хомотный ставит яйцо на первый, чтобы быть уверенным в дефе. Акашка под армором потихоньку вырезает. Ну, пир без проблем дефнет. Тут же два фантома неапнутых и алхимик. Ну и виверна тоже дефает. На вторую доставляется вторая виверна. Вторая волна тоже легко дефается. Так. Обоюдные засылы на вторую волну. Три урсы и три урсы. Так, доставляется краб. От Хомотного доставляется еще одно яйцо. Видимо, они хотят играть балансный вылив, чтобы он мог потом делать отводы хорошие из гидр. Ну и также в мид их поставить. А Нисаба ставил бы этих мутантов. И 17-й проблем не будет. Тут отвод из клокверков. Доставляется третий фантом. Также танкует один алхимик. Ну и тут две виверны. Так, яйцо сагрилось нормально. Кажется, что мне две акаши пропустят, если они сейчас урсу не убьют. Нет, убили. Так. Ну, пропуск минимальный на верных. А тут самое неприкольное, что они могут спалить фантомов. Да, и они их спалили. По хпшечке можно будет понять легко. Тут тоже солист пропускает. Он играл через пира и снайпера. Будет он на третьей, наверное, с еще одного пира, чтобы на четвертом фулл онкомить. А здесь получился хороший деф. И они стакают юнитов, чтобы не палить их у кинга.
чтобы соперник не знал, что у них. По виспам пока все. Ну, хотя тут 4-1 делается. Тут 4-0 у солиста. Видимо, он хочет играть не через два пира. Нет, все-таки отменил. Решил, что так надежнее. Солиста 2-0 пока. Тут апается фантом. У тролля делается 5-1. У Сетхэма 3-0. На вивернах тоже тут. На третий нужно достраивать, все верно. 3-0 на обсидит. Не рискует. Больше мне будет интересно смотреть за Нисабой и Ахамотным, потому что пик у них такой неимбовый. Фантомы с алхимиками там все издефают. Кроме восьмой волны, наверное. Поэтому больше буду уделять внимание второй команде. Так, тут уже пошли хускары. Так, у Нисабы есть 200. Он апает хусика. Ставить второго. Тут доставляются еще крабы. Ну, у них, да, пик уязвим к четвер... ну, для четвертой волны. Но за счет двух яиц, я думаю, они бы управились и могли бы пацаны себе заказать еще там по виспульке лишнему. Тут зачем-то еще ставится снайпер. Мог себе 5-1 заказать. Все равно бы у него этот, если не Зевс, то пару снайперов ставишь нормально. Так, Виверный четвертый деф, ну так. Так мигает Ахамотный, что надо слать на пятую. И могут они пробить. Так, тут эти уже уходят на стакать. Так, ну тут верно легко справились. Так, спалили они снайпера. Теперь они, ну, у них знают, что есть меч. Или мех, как лучше. Вообще читается как меч. Где он? То есть SH меч вроде. Так, продаются крабы. Что он хочет еще? Поставь одно яйцо и сделай виспа. Зачем тебе? Да, так он и делает. Так, тут еще хускары. Ну, я думаю, проблем у них с таким пиком не будет. Плюс есть апнутая нага еще, нифига себе. Так, тут двойной отвод. Два снайпера, капитан. Тоже, думаю, деф легкий будет. Тут доставляется разор за 200. Два апнутых фантома. Засыл сейчас идет в первую команду, поэтому смотрим их. Хермит. Сверху орк. Урса. А солисту пришла урса. И хермит. Найп доставил орка за 100. Так, фантомы тут протекут.
но не сильно. И солист тоже протекает. Неплохой корм для втуканды, но у первой тут уже имеется 6-2. У тролля 7-2. Причем это было до старта пятой волны. Тут же делается 5-2. И они копят на седьмую волну. Куда им еще-то копить? Могут, конечно, на 8. У них волна страховка 8. Думаю, будут слать на 7 все-таки. Так. Унисабль 7-2 сейчас получается. Апэт Хускара. Ну, я думаю, он дальше будет Хускаров делать. Тут у Ахамотного 6-2 сейчас будет. Солист сидит 6-1. Не знаю, что он хочет. У него 130 голды в запасе. Видимо, хочет апнуть быстро. Ну, в шестую волну он должен дефнуть. Так. Так, что у Наги? У Наги ничего нет. Но ей надо усилять отвод. 3 яйца это мало. Так, пошел засыл. Куча орков по 200. И думаю, потом будут досылать немножко аур. Тут же есть три фантома апнутых. Желательно сейчас бы апнуть алхимика. Да, тролль сможет это сделать. Не апнутый алхимик на седьмой волне это кусок кое-чего. Ну, а Найб, думаю, должен быть вивер. А, у него есть ферма. Просто куча орков. А, вот первая куста пошла. 9 орков, насколько я вижу. Херметик. Так, Найп апнул ферму. Я апнул виверну. Тройной отвод. Тут отвод, ну, слабенький. Апается алхимик. И апается ауткаст. Остается 100 голды. Пошел он отвод усилять. Из баншей, видимо. Передумал. Решил, что им слать не будут. Тут апается 2 зевса, как я и думал. Так, солисту идет 3 орка. И ауры. Стакает орк, сколько может. Вопрос, убьет ли он их. Убивает 2 орков. Но пропуск все равно будет. Так, там отвод, походу, криво сработал. Тут будет разнос. Тотальный. Очень большой пропуск. Нифига себе, 15 апов хп. Но я думаю, хил все равно уйдет. Апают атаку. Что у них за скилл? Стан или волна? Стан, хорошо. Со станом есть шанс без хила дефнуть. Убивает ДПС, орков, урс. Поскольку атаки много, есть возможность убить их быстро, а не колупать по 50 урона. Так, еще 2 стана есть. Сейчас
контроль пользовательно решать и стаки. Все, ваншотные сатиры остались. Нужно аптереген. Еще стан. Да, уходит без хила. Круто. Реген все равно нужен. Подстраховку вдруг им еще на 8 закинут. Апают, апают. 6 регена кинга. 5 хускаров. Каши не апнутые. Ставится минер. И сейчас он апнется. Еще одна нага. Апай минера. Может еще и накурит его. Угу. Будет он ваншотить. Тут добавляются снайпера. Хз зачем? Так, это вот тут два яйца и одно яйцо. Угу. Тут вот не усиляется. Ставится вертолетик. Ауткаст. Ну и они там себе уже зарядили. 7-3, 7-4. Явное преимущество у первой команды. Хотя бы в инкоме. У второй команды по-прежнему все хилы на месте. Но при этом они немного надежнее играют. Пришлось аптеки нога. Виверны восьмую волну должны легко дефать. Без засыла. Так. Парень на снайперах протекает. Хускары дефают. Будут ли они палить, не знаю. Хускары под этой под тучкой, походу, сильны. Очень даже. Решили не палить минера, видимо. Так, сагрили. Тут же мид протек. Не смог дефнуть. А вы себя первый дальше. Будут кинга качать. 7-6. 7-5. Солист сидит 7-4. Не думаю, что стоит Стасу делать 7-5. Есть уже 13 атаки. Тут же есть много хп. Тут тоже делать пломбера. Тройной отвод даже. Плохой стак. Хотя вот уже упал, так что ничего страшного. Так, идет засыл на 10-ю волну в первую команду. Самое прикольное, что придется придумать уровень нестандартный, куда нужно будет слать после 10-й, потому что на 17-й у них, ну вот, у второй команды есть деф, мутанты под гидрами, а здесь на танки, то есть более-менее деф хороший, то есть лучше, наверное, на 18-ю слать. 16-ю, например. Как там решат пацаны? Они и сами тут решили на 10 кинуть. Отвод нет. Ну, короче, не усиляется. Тут добавляются опарейшины. И чё?
Апать, что ли, хочешь? Нет, ставит второго. Тут добавляется не сажик, антигульки всякие. Тут апается еще пира и зевс. 7-3. Довольно слабовато на этой расе отыгрывается лист. Опять-таки за счет пропусков. Много он где пропускал из-за этого, видимо. Так, 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 все, босс агрится нормально. Только сейчас все побегут. Может быть расфокус какой-то. Так, короче, у него один, наверное, пройдет. Тут, думаю, хускары все дефнут. Ну и тут аппарат под вертолетом тоже дефнут. Нет, зевсы дефнули. Все дефнули. А редко так бывает. Тут, видимо, мент не ушел на 10-ю волну. Значит, тут бот у солиста 7-5. Тут делается 7-6. По инкому первой команды впереди. По ламберам тоже. Вроде. Хотя нет, по ламверам все более-менее ровно. Только солисты между собой немножко соревнуются. Так, аренка. Думаю, хускары должны выиграть. Хотя много тут аур, хилка, вертолет. Хотя тут Зевс еще. Походу Зевс развалит с Нагой. Это уверен? Да. Да. Так, команда побеждает. Нужная победка это для них. По 100 голды. Правда, ничего они себе не могут. Лишний ламбер сделать не хватает. У Нисаба вообще 7-8. Им только сейчас надо инком набить где-то. Думаю, на 12-й волне. Или 13-й. Против томов сложно найти волну, где их бить. Думаю, скорее решат на 12-ю, мне кажется. На 11-ю решили не слать. Так, тут, видимо, отводы продал он или что-то такое. И у него хватило на 7-6. Тогда у него ситуация сейчас выравнивается. Ну, чем меня раздражает 11-я волна на зипсах. То, что волна тупит, а в 3x3 она еще больше тупит. И у вас вот могут так войска выбежать, а половина просто останется стоять. И в итоге вы с приличным вэлью и пиком пропускаете. Но здесь такого не произойдет. Есть 3 пира, а не 2. Сейчас должен добавляться на его танк, на 12-й. Без него дефнуть будет намного тяжелее. А так он будет танковать, а зевсы сзади будут расстреливать. Тут какой-то мент, не знаю зачем. Ну, правильно, кидают на инком, на 12-ю волну. Тут же фултинг. Можно так сказать. И пацаны уже копят. Могут они, наверное, себе даже ламбер
сделать после 12 волны еще побольше. Может, они придумают слать на 15-ю волну. Вторая команда сейчас закинет. Тоже сделать себе по лишнему ламберу, наверное. Заточит кинга. Подождет деф. Ха, сделали они рерол. Нашли тоже фантомов. Предварительно наставили минеров. Фантомов, думаю, будут ставить туда. Танковать как бы тут особо некому. Всего 2 милишных юнита. Так, смотрим, как будут дефать пацаны с первой команды. Ох, из-за лагов в 3 на 3 всего тупят. Ну, 100. Из-за этого иногда проще дефать. Так, у меня начинаются суперлаги. Ну, первую пачку разобрали. Переключаются на остатки второй. Ну, солисты, естественно, пропускают. И мид пропустит. В итоге плохой пропуск. Кор. Неплохо мне видится дела у второй команды. Но все зависит, опять же, от засыла, куда решат кидать парни из первой команды. Но супер долго они тянуть не должны. Типа там 20-й волны, например, не должны. По инкому сильно просядут. Так. Ну да, здесь делается 7-7. Хомотный. По идее, я должен тоже сделать 7-7. Да, заказывают. Так, Нелтанк, Капитан, 4 Зевса. Ну, я бы Зевсов на самом деле много не делал. Так, Фантомы, конечно же, назад делаются. Неплохо бы Хомотному ставить Тайдух спереди. Сюда. Чисто Тайдов, а не Гидр. Нужны именно милишные юниты. Так, все тут без засылов. Одни копят, вторые кинга поют. Угу. Фантомы, по сути, уязвимы на 16-й волне. Но поскольку есть 3 хила, вряд ли получится убить. Поэтому, мне кажется, вторая команда не будет слать на 16, а будет слать куда-то типа 17 или вообще не будет слать, а будет на 20 какой-нибудь копить много сразу. Там будет шанс хорошенько поломать кинга. Так, ну чё? Думаешь апать? Или ставить еще одного? Кинг у них вообще мало качан. Много уже леса у команды Найпа.
добавляется отвод из стимроллеров, потому что больше не из чего его делать. Здесь пока, а вот добавил стейт, скоро появится гидра, которая задержит волну. Уже есть 5 фантомов. Неплохие дела второй команды, конечно. Очень неплохие. Но солист там пропускает. Танки слабы. Против всяких 14-х, 15-х волн. Да и по сути на 17-е. У него танковать мало кто может. Стоит, можно сменить. Парни закидывают на 15-ю волну. Как и думал изначально. Так, сейчас должна апаться гидра. И усиляться мид. Тут есть уже 6 фантомов. Думаю, этого достаточно. Нет, еще тут ставит. Лучше бы минеров, наверное, апал. Ну, ставь тогда еще фантома. Здесь же 3 танка. Снайпер еще. Просто нечего делать. Ну, лучше бы капитана еще поставил одного, мне кажется. Тут 7 фантомов, уже бары пошли какие-то. И не сажик. Не сажиков делает снайп. Так, без кряки идет к солисту. 2 демона не в отвод пришли. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, плохо. Фантом у них еще стоит один. Сейчас фантомы сдохнут. Придет вторая пачка. Интересно, успеют ли убить демонов. Первого убили. Второго убили. В общем, я думаю, что они дефнут эту волну. С 3 хилами, точно. Может, даже с 2. Поскольку солист уже пустил, а там парни еще убивают. Так что ДПСа как бы инкомного не так много. Убить демона, потом телег, потом уже по мере подхождения всяких там тайдух, кракенов, все это потихоньку убивать и потом уже косить кентавриков. Да, лучше будет добить кряку. Замедляет она атаку. Ну и все. Это еще даже хил не ушел. Думаю, тут один хил потратит и все. Шеф очень. Могут они делать ламбер. И при этом сейчас сами могут лать много на какую-нибудь 17-18. А у первой команды сейчас ламбера нет. Ну, леса нет. И первая команда должна уже, наверное, копить на 20-й. На 20-ю волну. Или на какую-то другую. Не знаю, что они выберут. На 18-й они скопят мало.
тролль сделал рерол. Рубик. Видимо, вторая раса была хреновой. Нашел гидр. Вот-вот. Сразу же ставит Айдуху. Я под его. Думает, может быть, сейчас им зашлют. Ну, по сути, гидры, фантомы и барики еще под вертолетом. У них тоже все хорошо. Похоже, что игра затянется за 20 уровень. Найб же нашел себе лордов. Тоже довольно хорошо. Так, тут засыл на 17 идет. Ну, не знаю. Я бы, наверное, на 18 слал. Кажется мне, что 17 проще дефнуть с фантами, чем 18. Хотя в 3 на 3 может произойти всякое. Посмотрим. Так, тут у них убежали. А, они хотят по 2 демона закинуть. Все, я понял ихнюю стратегию. Хотя у солиста не хватит. Этот еще ламбер даже делает. Не знаю, 2 демона, не 2 демона. Но пропуск они организовали себе. И кинут они реально много. Но мне кажется, если бы они закинули по 2 демона, это могло бы сильно усложнить в первой команде. Хотя вот я не Саба, у него 7-12, и он может накопить на демона. Это будет хорошо. Так, толком тут, не знаю, мутант ляпается. Достраивается отвод. Может быть, боятся, что те тоже кинут. Тут еще и новотанки добавляются. Ну, тут лорды. Все стандартно. Тут же фениксы. Кстати, может их порвать. У них ДПСа нет по инкому. Тут еще тайт. Так, демон. 2 демона. Да, успел кто-то кинуть 2 демона, видимо. Не Саба. Ну, солист пропустит 100%. Так, что там? Ну вот, демон разваливает. Сейчас развалит фантомов. Потому что танкующих юнитов нету. И, скорее всего, это поражение. Три демона, много кряк и много големов. Мне кажется, это луз. Посмотрим, как сконтролят. Все-таки 3 хила есть. Ну, вроде это не дефает. Тролль, наверное. Нет, найп. Нужно убить демонов первым делом. Так, первый хил. Так, демона. Второй. Ну да, это. Хамотный Несаба проходит у нас дальше в турнире. А на экстрарм вылетает. Потому что ошиблись засылом.
такая вот каточка.